Добрый вечер. Добрый вечер. Я что-то... Это вон куда зашло у нас. Ну вот, нас не было, только что зашли. Ну, слава Богу. Как вы там? Я там по делу, Игнат Тихович. Мне нужно, во-первых, узнать у вас по поводу файлов, опять же, вы сегодня написали. Люди скачивают и в таких форматах, неудобных для них. Мне вот нужно узнать, где ваши файлы все расположены. Вот файлы с сайта, ну, с текстами, текстовые файлы. Текстовые — это какие? Как вот, допустим, Библия? Ну да, все такое. Ну так это все у Игоря. На Яндексе, скажите. На Яндексе теперь говорит. А, ну вот, людям неудобно скачивать. Но это мы можем. Говорил сегодня. Что-то, да. Что-то какой-то это попробуй там. Сейчас я попробую потише сделать. Да. Я ему сейчас сказал, чтобы он сделал как следует-то. Ну, говорит-то, как сделать, не сделать. Мне жалуются все. У них компьютера нету, программа. Ну вы просто спрашиваете меня, я отвечаю. Я так и сказал. Я на вас послал. А мы будем переделывать все там, мы будем выставлять уже в новых форматах все тексты, все там. Ну да, вот которые они указывают, я вам сегодня же скидывал там, какой парень-то говорит-то. Ну да. Ну вот и все разные форматы. Посмотрите, а нельзя ли в разных форматах поставить, чтобы любой мог по своему формату скачать? И тут надо, это не я уж буду решать, а вот там этот программист, он будет ставить. Он поставит как нужно, сделает. Вот и сказать ему, чтобы он посмотрел. Людям неудобно, да и очень неудобно. Мне сегодня уже этот разговор тут шел. Я его скопировал. Нет, там будут, не надо будет заходить никуда. Будут по прямой ссылке прям сразу скачивать будут и все. Сделаем такие удобные книги, чтобы читать было удобно людям. А можно без скачивания сделать? Ну и без скачивания будут читать, и скачивать. Ну вот, будут. Чтобы разные варианты сделать, и как. Ну у меня-то там нету. Я отдал, а дальше что? И вот у меня она скачивается в течение, допустим, одной или полминуты, и она у меня уже на столе лежит. Любая книга. А в плейжмерке у меня разницы нет, я вскрываю свободно. У них программы нет, но я не могу говорить. Я должен приноровиться. Не понимают, они тоже и спросить не у кого, и, видимо... Неудобства таким, ну это ладно, это оставим все. Ну, наверное, просто нету. Я пошел в краевую администрацию, понес материалы там, нужно посмотреть. Они нигде не могли вскрыть. Я говорю, как так? Ну, кажется, программы нету. Вот тебе на. Ну да. Это такие там специальные. Да, они простые программы. В интернете легко можно скачать да установить. Ну да. Мне еще нужно, знаете, что, Игнат Тихович, мне нужно зайти к вам сейчас на компьютер. Мне нужно посмотреть, в каком формате вы выставляете видео. Вы вот на камеру записываете видео, да? Да. Потом дальше что вы делаете? Вот с камеры я скачиваю на рабочий стол. Так, а дальше? А после этого программа ужатия. Ужимает она в 3,5 раза объем. Вот, а что это за программа? Сейчас посмотрим. Что это за программа, как она называется. Я, может быть, даже название ее скопирую. А, программа ужатия роликов. Вот она какая. Сейчас, минутку. Она скопируется или нет? Итак, ну, не надо, не копируйте. Сейчас вы включите вот эту программу. Я пытаюсь сейчас ее, как она пойдет. Программа эта. Сейчас, минутку маленькая. Что-то у меня тут тормозит. Ага. Ярлыки. Она что мне не дает? А, вот как. Я сейчас на Word перенесу, а с Word тогда легче мне ее к вам перекопировать. Зависает. Вот стукнуло, все зависло. Время. Игнатий, мне пока не нужна программа. Вы нажмите TimeViewer, запустите. Я это и хочу. Но она. Сейчас, минутку. Ну что, зависло и все. А я сам зайду и посмотрю. Сейчас, подождите-ка маленько я. Сейчас ее вскрыть надо, наверное, мне сначала. Ага, вот она. О, улетела опять. Что же она так? Пускай улетает, она может загружается. Ну вот она... Так, подожди-ка. Вот она.
Хилстон. Это она что? Она не дает его копировать. Сейчас как войти-то? Подожди-ка. Да вы включите там веру. Так, послушай. А вот это-то не она, ваша вышла-то у меня. Смотри. Я сейчас дам две. Ага, первая. Все, посылаю. Посылаю, сгреб. Так. Мне надо на ваш этот зайти. Сейчас, минуточку. Так, сообщение. Ой, эйфория-то это пройдет. Житие. Вот. Сейчас я его никуда не буду упускать, пока не передам. Ах ты, тварь такая. Она это не копируется. А как же она тут была? О-о-о. Так она, видишь, в каком виде-то? В этой. Иначе она мне будет запустить, я же говорю. Я не могу запустить, ты не знаю. Я знаю один способ передать. Вот. Значит, зачем передавать? Ничего не надо передавать. У вас на рабочем столе стоит значок синий. Так, такой. Давай, на рабочий стол. Я открою, а как вы увидите-то? Да вы щелкните по этой программе. Два раза на значок на это щелкните. Ну да, вот я щелкну. Нет, не эту программу-то. Который, чтобы запустить его самого сюда, смотреть у вас на... А как я его запущу? Там веер. Ну как у вас говорил, так смотрю. Ну так бы сказал, ой, сейчас это она загребла меня. Минутку. Все, открыла, теперь закрыть надо. Так, записывайте. Сейчас, секунду, я сейчас подключусь. Сейчас я это сделаю. Программа... Еще пока у вас не запустилась программа. Ну она не запустилась, вот она запустилась. Все. Давай, я уже говорю цифры. Пока не надо говорить, я еще пока не загрузил. А не вижу вас еще пока. Видать, нет? Сейчас я попробую. Ну-ка. Так, сейчас, секунду. Какой там пароль у вас? Пароль, значит, так, внизу. 4831. Сейчас. А вверху не надо сказать? Не надо. Давай-ка я покажу, где она у меня находится. Так, сейчас я это сдвину маленько в сторону. Значит, вот куда сейчас вам надо войти. Вот в правом углу, но от меня вправо, ярлыки для работы. Вот это вот. Так, сейчас, секунду, я гляну. Ярлыки для... Повыше, ярлыки, повыше, выше, вверху. О, сейчас влево. И мне вот рядом, вот она, вот. О, его надо скрывать. Сейчас я попробую. Так. Вот его вскроете. Теперь третья снизу. Третья снизу. Ярлык для программы ужатия роликов. Я хотел скопировать, она никак не дается. Я заголовок хотел скопировать вам. Во, во. А там программа какая-то сильная, если я по ней работаю, ничего не сделаешь. Она все блокирует, вплоть до Word'а. Вам она не нужна, игротекст, вы ее не больше не надо, ничего. Как? Не надо? Не понял. Ну, и сам будет, Гавриил сам будет там уже мать. Пускай делает. Я ставлю как есть сейчас. Вот я ее ставлю, я обязательно по ней поставлю-то. А тогда ее можно хоть убрать, хоть что. Это когда он поставит? Это я понял, да. Вот. Видео вот вчера, который говорил, мне передавал видео, оно сейчас где-то. Да. Вот, вот это у меня отдельно, вот оно видео, сейчас наведу, вот они где у меня лежат, новое видео. Вот, видео не ужатое. Вы мне скажите где, а то я не вижу. Что делать? Не видит. Справа или слева где? Слева. Так, слева где? Слева, первое, во втором ряду, третье, ну, вправо, видео не ужатое, вот оно. Куда я направил? Я не вижу что-то. Не видно, далеко. У меня, наверное, экран широкий. Да не, у меня еще шире. Ну, а слева, слева мой компьютер написано. Так, чуть мой компьютер. Чуть правее Библия, каноны. Библия. А справа, подальше, паспорт. Так вот, него вниз, паспорт и виза, а вниз раз. И там все вижу. Во. Это те, которые у меня остались, еще Гаврилу не отдал. А ему я там отдал, наверное, штук 12 или больше.
Мне нужно глянуть, в каком формате вы там. Да, я не ужимаю, я ему целиком отдаю, а ужимаю я сам для себя. Я выставляю, и они работают. Если бы я его ждал, у Набу Кукураева ничего не было. Я буду всегда как делать, так и делать. А он потом, если надо, то уберет. Или, ну, а он говорит, тогда будут эти, уже отзывы теряются, тогда делай параллельный ход. Нам же не ограничено. Пока ничего, там никто не звонил. Нет, не звонил. Вот вчера не могли у Кураева оказалось нету скайпа. Даже никогда не подозревал об этом. Ну да, мне вчера отец Сергий давал там читать переписку. Во, и что было ночью, мне звонили, а я потихоньку, вот так говорю, потихоньку, у меня гость, мне Игнатия Лапкина, я говорю, я и есть, перестаньте обманывать, это не ваш голос. Он на Гаврила вышел, какой-то мужчина там был, лет 40 ему, он вдвое уменьшил меня, обидно даже, обокрал меня, мои года, мое богатство. И вот мы сегодня записали ролик по вопросам ЖЖ, которые они нападки делают, и я объясняю, что они означают. Я смотрел, да, я уже половину посмотрел. Вот. Я ушел в храм, она у меня закачивала. Я пришел, уже 10 человек посмотрели. А там-то 9 тысяч, кажется, 260 зашло. Для меня это вообще... Я утром встал, как будто не мой сайт. 9 тысяч. Я в глаза не видел сразу такой цифры. Да мы уже с Гаврилом все говорили. Он говорит, за все время существования уже 1/10 за 2 дня посмотрела. Да. Вот так. Все, ладно, я вышел из этого. Он мне больше не нужен. Все, может ушить там Юрта? Да. Все. Ну еще скопировать сумел? Да мне не надо копировать. Она мне не нужна, мне просто... Нет, название, как? А, да я понял, мне формат видео посмотреть надо было просто. Ну вот я сейчас вот, что могу сказать. Я ставлю себе отдельно, копирую, и это ужатое сохраняю, иначе у нас ничего может не быть. Гаврилу отнес Володя, а теперь у меня накопится, ему отдам. Они мне по 2000 гигабайт у него, меняться когда ты никогда не запишешь. От путешествий, да, можно. У нас будет материал быстрее накапливаться. У вас почему-то камеру плохо показывает. Не знаю. Какую камеру? Ну вот, глазок. Глазок? Да хорошо, плохо, я сяду прямо. Да нет, я имею в виду качество плохое. Ничего себе. Я себя вижу, вон какой хороший. Ну, может быть, интернет это. Плохой интернет. Нет, все говорят. Все сейчас хорошо. Все удивляются, говорят, какой я богатый стал. Что мне наставили тут? Ну да. Ну, если Господь благословит, у нас тут с разных городов сегодня едут, которые наши друзья причащаться здесь. Они готовятся. Вот Михаил Кальмаев здесь был, он хорошо вас знает. Он сейчас здесь на исповеди. Ну, я вчера видел его, да. Ну. А он где живет-то? Темиртау. Кемеровская область. Далеко от вас, да? Да я не знаю. Ну, да, конечно, другая область, далековато. Но что интересно, вот Темиртау в библиотеке, его люди, которые есть, и они разослали попов везде, по всем библиотекам, изъять книги. Волки лютые. А тут пришли, и он начал подыться. Они говорят, а зачем это вам? Мы, говорит, бумагу дали Лапкину, что книги будут народ читать и никому не отдавать. Да нет, нет, я ничего. И он сразу смылился. Они себе гребут ужасно. Их убивают уже везде, они ничего не понимают. Какое его дело до мирской библиотеки-то? Какое? Как говорят, какое собачье дело-то? Приходят и вот разбойники. То в воинские части лезут, то в школу. Они до того опротивили сегодня всем. Народ уже прям, не знаю, кипит все на них. Вот будут вспоминать Невзоров. Он говорит, я не хочу, чтобы вас вниз головой снова с колоколен сбрасывали. Да ты занимайся народом, иди благовествуй. Тебя разве Господь заповедал ехать и чужие труды уничтожать-то? Да. Такое бы вот видео поснимать бы, понимаете, где... Если вам ставят какие-то претензии или там какие-то у вас
конфликты со священниками, вот такие бы видео. Они у нас есть, они в моем, здесь же вот в Ютубе стоят. Мы приезжаем, как они милицию вызывают, как они нас гонят, вот у нас все снято. Ну, я видел, да. Ну, все. А другое еще, мы сейчас едем-то, мы их и не видим. Это когда мы тут по окрестностям своим ездили, но не больше 200 километров-то. Ну, а теперь-то мы по деревням-то не ходим. Мы едем только по центральным городам, по большим городам, по районным центрам. Приходим, знакомимся, книги оставляем, народ собирается, и все. А по домам не идем. Мы попробовали в Белово пойти. Ходили, ходили, город-то незнакомый, никто нас не знает. Пришли, назначили в ограде храмовой, пришли, ни одного человека нету. Ну, что зря ноги топтать-то? Ни одного не пришло. А так мы приходим на стадионе, собираем, в домах культуры. Потом эти люди к нам приезжают, просят приехать уроки проводить. Живая связь. Везде вот так хорошо принимают, где нет попов. Где священники есть, беда лютая. Ну да, конечно, они сразу сбивают тему вот эту всю. И главное, одна клевета дьявольская. Ни одного слова истинного не говорят. И после маленько наладится, бывают отношения, или через кого-то узнаю, а зачем? А не надо, еретики. А какие еретики, в чем? А тебе что доказывать? Ну, разбойники. Он ни одного слова доказать не может. Безбожники, у них страха Божия никакого нету. Ну, не о всех, конечно, говорю, где мы встречались. Нам попадались вот эти духовные уроды в полном смысле. Ни совести, ни почтения никакого нету. Стоит малец там лет 19, и мой он, ой-ой-ой, как он говорит... Ужасно. Да я вчера только вот с отцом Сергием мы говорили на это. Я же говорю, батюшка, ну, я зашел, говорю, к одному, ему лет 20, наверное, 21, может быть, ну, только вот рукоположили его. И он в фотографии стоит на пляже с матушкой со своей, на матушке купальник там чуть прикрывает, там треугольнички какие-то на ней. И чуть-чуть прикрывает ее там. Я говорю, батюшка, да ты что же делаешь, что ты... священник Московской Патриархии и матушку свою поставил на весь мир, ты показываешь. Я говорю, ты уберешь фотографию. И бесполезно, так и не убедил его. Что он уберет? Он развратник. Развратник, прям, я не знаю, не ошибаюсь. Мусульман специальный пляж сделали, со всех сторон огорожены. Охранники, которые охраняют, туда не заходят. Женские. Ни с какой стороны не подойдешь, да еще купаются-то в одежде. Они блюдут, а это ничего не надо, они не понимают, это развратители. Весь мир смеется уже, весь мир над ними смеется, что творят, а? Да. Ну, что можно, я могу только сказать, что скорбеть и плакать, больше ничего нельзя делать. Тризну справляет над моей родиной. И главное, вот сейчас, они не принимают книги это, но ты не принимаешь пророка Иеремии, но сам-то Иеремия пришел, он другим не может быть. Он-то потому пророк, что он говорил, пророчествовал, а который пророк не говорил, не пророчествовал, это не, его нету просто такого. Молчальников нету, у монахов пророков не было, раз он никуда не идет. Он обязательно должен кому-то сказать, зафиксировать это, хотя бы в письменном виде. Ну и пришел бы Иеремия, приняли, не приняли, Илью приняли, не приняли. А почему? Иоанн Златоуст говорит, празднование святому есть подражание ему. Вот подражаю ему, как он шел, свидетельствовал. Вот так. Знаешь, у меня сейчас вопрос еще. Я просто попутно делом занимаюсь тоже. Вот страницу оформляю. Вот если я буду выставлять вот эти контакты, это точный адрес. Вот на странице сейчас я скажу. Индекс 656-016, город Барнаул, 16. Неправильно, улица. Переделать. Уже все, мы в другом месте живем, потому что там снос бараков пошел. Так, это мне тогда, вы тогда мне скиньте. 656-056. Вторая строительная полностью вычеркните. Это бараки под снос. Нас оттуда уже, да мы туда даже не ходим. Я сейчас забуду, тут же забуду все. Как мне это нужно... сделать? Вам я пошлю тогда и все. Не сейчас, да, напишите тогда потом. Ну да. Вот, и реквизиты мне нужны. Как, заход, как? Еще какой вопрос? Реквизиты нужны мне еще, вот, по вашей... где там у вас счет на сберкнижке или где-то? Я хорошо, счет пришлю. Дальше еще что? Ну, пока ничего, вот это. Так, а где ваши эти, которые нападали, там, Константина и другие, так... Владимир или кто? Я не знаю где. Пропали. Они исчезли. А это может были какие-нибудь
духи темные, они исчезли, говорит, одна дыра в земле осталась, и все. Вчера, да у меня каждый день новый, вчера с одной тоже там воюем, вот фильм у вас стоит, ну девочки сидят там, урок проводите какой-то, и вот сидят там ребята, девчонки сидят, человек может 15, ну такие все молоденькие, маленькие совсем. Вот, и все таких в одеяниях старообрядческих, таких русских. Вот, и я вот защищаю там уже около 250 ответов по этой теме. Я вот там воюю, ну меня там двое еще поддерживают из вашей команды. Я там с ними вот за все, за одежду женскую, за то, что одеваться достойно женщины, святых отцов там 17. Привожу 17 цитат целых прямо, ну там. И все равно они, одна мне вчера высказывает, говорит, а вы знаете, говорит, как слово «покров» вообще переводится, это говорит, когда бык покрывает корову. Я говорю, да что, что ты, я говорю, ты совсем блудная, с ума сошла, что ли? Это все поповская отрыжка, вот это «Б» в церкви. Да, она прям все, она на фотографиях там в монашеской одежде монашеская. Стоит, погнала, как погнала на меня там. Понимаете, да, они не стыдятся, говорят, стыдятся ли они, делая грех, нисколько не стыдятся, пророк говорит, нисколько. Ведь они ничего этого сделать не могут, это люди мирские, они ничем от мира не отличаются. Они безобразничают под именем церкви. И это все попы, он бы ее такую даже в храм не запустил бы, да пристыдил ее. У тебя дочери-то все блудницы растут-то, по 40 абортов. А ничего этого он не скажет ей. Питается грехами народа моего, говорит Господь. Всегда стыдливость и целомудрие было. Это не старообрядческое. Это русское, исконное. Ну, Суриков, Репин, это не старообрядцы. Ну, посмотри на его картины-то. Как одеты люди-то. Поленова. Это все художники-то. А синодальные, не староверы. Но другого-то и не было. Чего они возьмут? Ну, пройди по иконам, не так, но ведь не с голой же ходили, с частью тела. И вот сам меня там прикрывают тоже, это Валентина Саркисон и этот, как его, Александр Мариасов. Ну, это такие они мои добрые попутчики, все время они меня поддерживают. Так это люди-то все наши. Которые, вот интересно, говорят, да кто это будет исполнять? У нас все исполняют, все заходят. И видишь, как они выглядят, когда люди, неповрежденные умом, видят фотографию, они умиляются до такой степени, это у нас, это в стране, это же понятно, целомудренное одеяние. Оно с этого начинается. Это масоны раздели полностью. Гомосексуалисты эти моды дают. Женщины в мужском одеянии, они ничего не понимают, они прокляты перед Богом, эти люди. Это мерзавки. А откуда вы знаете, что мерзавки? Ну как, Писание об этом говорит. Чтобы не одевала женщина мужскую одежду, второзаконие 22.5. Потому что это мерзость перед Богом. Ни одна благочестивая не выступит, а все такие, которые вот... Одна, я в джинсах хожу там, и что, меня за это Бог покарает. Другая там накрашенная, она сидит, ей уже шестой десяток, а она там... крашеные, перекрашенные все. И вот такие вот именно лезут, заступают. Вы не разговариваете с ним, просто ее загоняю в черный список и все. Она как ведьма вырвалась из преисподней-то и теперь портит все. Я-то вроде с ней веду там уже не один год тоже, беседуем мы там по разным темам. И тут вдруг вот за такую, за чистоплотность такую женскую зашел разговор, и тут вдруг она раз и всплывает против меня, то мы с ней шли нога в ногу, а тут благочестие, вот целомудрие, она уже выступает против меня, понимаете? Да кому это непонятно-то что? Это была везде форма. Дресс-код называется. Вопрос такой, что ну как, это же... вот они, девочки, они их одевают, девочку нам нужно одевать, только как она замуж выйдет. Я говорю, да они... Грубые одежды, не знаю, они на матерей на своих смотрят и подражают матерям своим, им нравится эта одежда. Это развратницы Б в церкви, попы их всех причащает и исповедует. И он поп такой же развратитель. Если такие вот подлые, такие гнусные, которые все развращают на своем пути. И какие у них внучки растут, ясно дело, что они в мужское там брюшки одеты, раздеты, что угодно.
У меня была племянница здесь, и она устроилась в училище. А потом приходит и говорит, на физкультуре надо одевать там трико. Я говорю, ну как ж ты оденешь-то, ты же христианка-то. Ну, иначе меня отчислят. Я пошел в училище, с директором переговорил, все, нормально. В юбочке так она и была, как положено, платье. Никто ее не трогает. Не, я вот хочу сказать, что многие тоже и следят за тем, и женщины, многие прям, они вот и согласны, и все, и готовы, но боятся просто, знаете, как выделиться из общества, боятся вот надсмешки. Это того, ваше общество, стыдитесь вы его. Змеи ползущие, скажи. Ползают, а вы не можете от них выйти. Почему не боятся те, которые уверовали во Христа, их дети такие? Ну, вам на глаза, вот, посмотрите. Вы же, и главное, думаешь, вот они увидят и скажут, действительно, вот надо делать так. Не тут-то было. И народу нравится этот грех. Они вот, батюшка у нас все разрешает. Любую одежду он оправдывает. Для этого он кончал семинарию академии, чтобы любую подлянку оправдать. Ни для чего ему грамота-то больше не нужна. Крутить кадилом-то образования никакого не надо. И посты нарушают сплошь и рядом. Как только пост начинается, поползли к батюшкам. Гастриты, артриты. У нас никто не ходит. Все 100% постятся. Все 100% одеты. Если она даже где-то на саду была там в брюках, она должна исповедоваться. Есть еще вот такое мнение сейчас, очень бытует мнение такое. Это сказал еще, когда был пик вот с этим СНН, бум такой был. И Иван Крестьянкин выступил по этому поводу и сказал, что а внешне и внутренне ему не может никак вредить, понимаете? И вот сейчас эту фразу выхватили из контекста у него и стали эту фразу ее вгонять в любые, как говорится, по любой теме. То есть и сейчас мне вот по поводу одежды мне тоже там и доказывают, что внешне никак не может вредить внутреннему. Представляете, одежда не может повредить внутреннему человеку. То есть это она идет, если голая даже, не вредит это внутри. Как ей повредит? Она мертвая, ей ничего не повредит, тоже правильно. Как ей повредит? Она выброшена как падаль на растерзание зверям, демонам. Я не раз думаю, может быть, и вообще не лезть, вот, не участвовать вот в таких разговорах. А в другом случае все равно у меня совесть подгоняет, как я не буду говорить, когда я должен говорить об этом. Не как надо. Об... Один раз сказал где-то, материалы выставил и больше не участвуй в этом. Рабу Божию не должно ссориться, написано. Рабу Божию не должно ссориться. Никогда не вступайте в это. Видишь, что он одержимый просто. Отойди от него. У него другая роль. Если у верующих имена записаны на небесах, то у них записаны в преисподней. И он там туда пойдет. Уважено, выставлено вот на вашей странице. Ну, девочки сидят там на видео. Ну, его снимали, но еще, если бы они там сидели раздетые, тогда бы можно сделать замечание. А когда они прикрытое тело, целомудренно, как девица должно быть, раньше бы сказали, будут верующие бунтовать, не какие-то неверующие, не так. Это, как в народе говорят, шушваль всякая. Зачем с ними время тратить, разговаривать? Она стала говорить, я сразу вижу, что это вонючая падаль, выброшенная на помойку. С ней разговаривать нет, там ничего нету. Совершенно. Любое слово, я отвечаю так или так, я разницы никакой нету. Она топчет и рвет, и она не знает, она всю жизнь пропиталась на помойке. У нее в доме там такой яролаж, такой разврат, в доме притон. Это нормально. Так я захожу на страницу, она сидит сначала в монашеских одеждах, там где-то келья какая-то, фотография у нее. Дальше захожу, смотрю фотографии, она уже с голыми сиськами сидит, с детьми, там уже наполовину декольте у нее такое, наполовину открытое. Дети такие наряженные стоят. Ну, у нас видели, как в церкви стоят люди, как одеты? Мы для них укор. Потому что на суде Божьем... Когда они скажут, это было невозможно, будут поставлены те, которые сумели победить мир и внешне, и внутренне. А внешнее – это отображение внутреннего, а не то, что не влияет. Тут и влиять не надо. Что оно будет влиять-то? Оно, естественно, происходит из этого. Курю, говорит, я не курю, какая разница? У них разницы никакой нет. А почему? А поп их подгоняет под размеры своей матушки. Больше ничего нету. У него такая матушка, я там у таких был, у них частный дом, печь делать.
и приехал тесть, ребенка стоит, сидит, качает, а я печку делаю. Ну, ребенок-то небольшой. А он под иконами сидит там, курит, кажется, сейчас не помню, и поет. Мы в бой пойдем, и как один умрем в борьбе за это. Революционную песню. Поповский ребенок. Она, матушка, а что там было вчера, там, в 17 мгновений? Вот, ну, видно, что хорошая, красивая такая матушка. И она уже условия ставит. Если ты не пойдешь со мной, Ваня, Иоанн, в театр-то, я в церковь не пойду. Он пошел, как говорит, пес на убой. С женой, говорится, как говорят, с бабой ума не дашь. Иди у мусульман поучись. Почему курица петуха слушается? Никогда курица с петухом не дерется. Она убегает только. Вот я голубей держу, ни одна голубка с голубем не дерется, она только убегает его. Целуется и убегает. Все извращено. Они, видите, как сейчас противопоставляют вот это мусульманам, типа мусульмане как только перебираются на нашу территорию, они себя показывают, то, что на своей земле они там никакой культуры нету, они по страхам, то есть ходят женщины, мужей боятся, поэтому и одеваются так. Ну даже по страхам, но делает правильно, а как по-другому-то? Еврейский народ всегда под страхом, и верующие всегда говорят, страх Божий, начало мудрости. Везде. Ты посчитай притчи Соломона 1.7. Начало мудрости, страх Господень. А Сераф говорит, венец мудрости, страх Господень. Где страха Божия нет. И Игнатий Брянчанинов говорит, начни сначала. У тебя ничего еще не было. Страх ну, Божий. Игнатий, в Чечне были. Вы же были в Чечне. Ну, конечно. Только что вернулись, значит, два раза были. Ну, и вот как вот едешь, допустим, визуально, так вот в процентах можно... покрытые, все ходят или как? Все. Вот мы были в Чечне, все. Мы, если, ну, встретилась какая-то женщина, там, короткая юбка, что? Ну, это, говорит, там русские, там, что-то где-то еще, там 1% русских остался. И все, она нарывается. Чтобы а? Все ходят. Я тоже слышал, чтобы все ходят. В Азербайджане не так говорят, а вот в Чечне... Да, в Азербайджане не так. А вот мы были в Ингушетии, Карачаево-Черкесия, вот эти вот, в Дагестане, ну там много русских, но их сразу видно, отделяются они. Ну, одеты, по форме, идут. И... Я говорю, вот я не забуду, мы были нынче в Болгарии, в Софии, ну нынче, это уже в прошлом году. Вот. Она сидит за рулем. Ну, Сергей, только это надо посмотреть было, как она сидит, как она одета, видать, рослая такая. У нее все закрыто, лицо такое. Она чистенько, улыбка, одарила меня улыбка, я ей показал, говорю, как это ценно, вот, и поклонился, она заулыбалась. Американские женщины выставили большой материал и говорят мусульманкам, как мы вам завидуем, как нас изгадили вот эта мода и прочее, что с нами делают-то? Это женщины, там какая-то организация женщин. Они говорят, мы-то уроды, на что мы похожи? Наши сестры выходят, когда стоят на остановке, а там стоит бабка, сгорбатилась в штанах. Но представьте, старуха в штанах-то, она какая? И они разговаривают, ой-ой-ой, как нас изуродовали. Да зачем ты надевал вот это все? А на наших-то смотрят, они понимают, что они-то не такие. Представьте, одета, платье длинное, закрыто, все. У ней, не говорят, там грудь открыта, у нее ничего не открыто нет. Их видно, они стоят, как голубицы белые во всем. Даже приехал у нас председатель или директор его назвать Библейского сибирского общества, Булатов Алексей Владимирович. Ну, а у нас как раз молодые на работе были, среди недели, кажется, были. Да эти-то, которые уже выше 30 лет-то, одежда-то как красит. А он привез с собой еще американских там спонсоров для них, там, для общества-то. И они увидели. Но они к нам заходить, а как заходить-то? Она, женщины, мы дали им юбки, они переоделись сразу же, улыбаются, сфотографировались. Какие у вас женщины красивые. Одежда красит. Ее видно, что она не такая. Вопрос такие задают, вот, почему именно выбрали вот такой стиль, а не более такой... по времени, то есть пусть покрываются длинные платья, но почему вот именно похоже такой на 18 век стиль? Почему не я не в яме брал пример-то, а наверху? Так 18 век-то сравни с сегодняшним-то. Так 18 век это еще не основа, более ранее еще есть.
мы вернулись к истокам. И когда говоришь, каноны, правила запрещают раньше 30 лет рукополагать, да попыта на 98% все незаконно рукоположенные. И вот начинают мудрить, это каноны, правила, 6-й Вселенский собор, 14-15 правила. Что тут непонятно-то? Они нарушители, развратители. Сначала начали вопрос задавать, почему одеты, говорят, как мусульманки. Вот, я на своей странице выставляю фотографию женщины, одежду, то есть 18 века, и даю ссылку на это. Я говорю, вот это не мусульманки, это так женщины наши 200 лет назад выглядели. Вот. Ну вот скажи, как женщины выглядели? Поставили фильм «Раскол». Ну да. Вот Досталь там, Николай, режиссер. Ну и как одеты-то? Там все рисунки подняли, все, и все восстановили, как у нас одетые. Эти люди, да вы с ними не разговариваете, им это не надо. Они отнимают у вас драгоценное время. Щелкни ее, и она исчезнет. Сгинь, скажи, сатана. Это не для них, Игнатьевич, там же десятки людей других, которые... Ну, выставил один раз, значит, уже не объясняйте. Скажи, другого больше ничего нету. Я вам скину материал такой, вы в него там свои поправки сделаете. У меня там шаблонно. Я отвечаю один раз. Дальше выставляю материалы на сайт, идите, не искушайтесь. И они сразу от меня отходят, идут куда надо. Я гляжу, один вопрос, другой. Недавно одна зашла и начинает там, прям видно уже, дуреть начинает. Зачем я должен за ней идти? Она тонет. Златоуст говорит, а ты стой на берегу спокойствия. Я ей сказал. Почему, говорит, еретика после первого-второго разумления отвращайся? Что апостол Павел не знал? Да я хочу его обратить. Не обратишь его. Он дополняет меру, которая нужна, чтобы оборвалась нить жизни. У него прописка другая, он избран для другого. У меня избрание божественное для неба, поэтому я все делаю по небесному чину. Вот и все. Ино бытие начинается на земле. Я стараюсь тоже на важные темы отвечать, а так-то по пустякам у меня времени нет, понимаете, этими делами заниматься. Я, допустим, занимаюсь, я попутно гляжу, допустим, раз появился вопрос, я прочитал его. Если что-то интересное, то отвечаю, а нет, так я и ничего не говорю там. Мне некогда тоже, они сидят, они пришли, и у них пусто. Я говорю, ты мне чем трепаться, давай я тебе работу дам, вот, с файлами поработай, с текстовыми, вот, с текстами лучше поработай, для Бога посидеть, чем ты вот языком трепишь тут пустое. Так, Сережа ушел? Он там, в сенях. А что он там? Ну-ка, позови его сюда, познакомлю я его. Сергей, крикни ему. На грязно там не становись двумя ногами-то. Туда-то не вставай на коврик. На порог не становай ногами-то. Это у нас уличная область. Сережа, подойди себе, я тебя познакомлю с Сергеем здесь. Парализованный иконописец мы подписывали. Потом где-то видишь, будешь знать. Нет, познакомься. Подойди сюда. Я уже, он видел меня. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Это хозяин собаки Урагана, который чемпионом России стал. Я же видео смотрю, я уже знаю его заочно. Это он увидел наше объявление на столбе, что ведутся занятия в университете. Он говорит, вот обнаглели сектанты. Пойду я разберусь, и все еще разбирается. Это сколько лет уже ты разбираешься-то? С 2005-го. Все разбирается. Я сейчас в Одноклассниках тоже объявление написал, что у меня занятия по Библии ведутся, и все сразу секта. А я написал РПЦЗ, Кристаллозвиженская община, еще и врут, и пишут то, что попало. И сайт, ссылку не дают. То есть Духа Святого нету, где Дух Святой, там свобода, там ложь не проникает. А это лжецы. Господь с лжецами дел вообще не имеет, он их отвергает. Куда там отцу? Святых отцов цитаты выставляешь, и тех пытаются опорочить и как-то обойти пытаются. Ну, один раз можно сказать, тем более ссылки у нас сделать. У нас такой громаднейший, у нас не море, а океан информации-то. И они буквально лопают со злости. А что? А дьявол бьет, а не надо. Это хвалился, это прелесть, это гордость, это гордыня. Почему? А вот такой, как они. Меня сейчас этой прелестью там завалили, там. И через слово прелесть. Я говорю, я какой? Я что это за прелесть такая? Я лежу весь, мне боли страшные вообще, и какая-то прелесть еще там. Они не знают ничего. Это вот два маленьких там сделал в мозгах им поп щелит, и ямочку выкопал и туда положил. Прелесть, а на другой гордыня. И они, прелесть, это манкурты.
Это я одному пишу, он мне что-то там написал целый текст, а я ему тремя словами, я говорю, воцерковился, окормился, причтился. Все, вот, и так и живем. Больше ничего не знают. И все слова, не церковные даже, не библейские, нигде, окормил. Он откроет словарь Ожегова, посмотри, окормил, окормляет, что, отравляет, перекармливает. Все, два значения только. И вот все, отойди, отойди, Сергей, опомнись, что ты с Лапкиным, опомнись, у тебя прещение такое страшное, опомнись, отойди. Ну ты им скажи, а взамен вы что мне даете-то? Ну, а я и говорю, куда к вам отойти, вы мне чему научите, может, новому или как? На моем сайте, скажи, форуме, в Осете Библии, хватит вам пастись всю вашу жизнь. И не прослушать, и не прочитать. Готовое. А я набирал эти книги, в каждую буковку пальчиком тыкал. Сережа там помогал, то. А где стихи, где вопросы-ответы, там только я один работал. Помощи никакой не было. Посчитай, сколько знаков я напечатал. А учитывая, что я печатаю с ошибками, печатаю 5 минут, а выправляю 7 минут. И хватило времени. Все, которые у меня рядом, и они подойдут, вот что-нибудь там покажут мне, ну, маленько не покажут. Я вручную убираю, что можно там по программе убрать 1000. Я вручную делаю, исправляю. Они там вручную делали, они ахнут, там присядут. Это невероятно. Я все сделал. У меня было в самом начале, когда я начал, это я тебе, говорится, по секрету всему свету. Я не знал там, как людей, что они заходят, друзья, лезут. Ну, друзья, я поставил правила, никому не навязывать, а потом сам стал уже делать так. А тут на меня почему-то они пошли. Как их классифицировать? Что за люди-то? Потом я стал смотреть биографию, там, что у него видео есть. А то этого я не знал. Я их принимаю. И принимал много. Прошло не полный месяц, я принял 60 тысяч. Друзья. И вот они появляются новые-то, 60 тысяч и первый-то. И среди 60 тысяч новый, я его узнавал, что это новый. Вещь невероятнейшая. Я когда посмотрел, это 60 тысяч, я их узнаю, кто-то сидит, а что не принес. Так он уже был, он ушел, по другим именем подошел. Это вообще невозможно даже, это Господь все это так делает. 60 тысяч. Не 6, а 60. Вообще. А почему? Я люблю Бога моего. Он мне дал вот этот вот аппарат думать. Я думаю. Вот. Они считают, нам нельзя быть вместе. Так. А я считаю вас другом, братом искренним. Вы вошли в нашу жизнь, молитвы. Пошел по трем статьям. Работающий по интернету, болящий, добродеющий, там собирает что-то. А у меня-то по отдельным группам. А вы вошли в три группы. Один человек у меня такой только. Вот и все. Я, у меня сейчас вот тоже часто стал я замечать, знаете, как, видимо, люди смотрят, что я с вами, вот, и уходят от меня, вот, уходят, а потом через некоторое возвращается время. У меня тоже история. Начинают исследовать, видимо, и по видео, по всем делам, по сайтам, и возвращаются. Они не знают православной веры, ее не нюхали. Истинное православие люди могут узнать только из Библии, только из творения святых отцов, только из канонов и жития святых. Вот четыре параметра, а у них ни одного нету. У меня все книги написаны в четыре параметра. Вот они удивляются, как вы жития знаете? Ну как же не знать-то? Я их насчитывал, симфонию составлял, а потом составлял сопроводительные документы на три размера пленок. Это каждый раз я должен заново прометеливать. У меня интересно, симфонии на неканонической книге вообще я в глаза не видал. Но я другими делами занимаюсь, и что-то из памяти уходит. Где эту фразу я ее не знаю. Ну не знаешь, симфонии нет, как ты найдешь-то? Поисковиков, интернета не было. Я сажусь и заново считаю 11 пик. Как я могу не знать, когда их... Я их считаю, поневоле я запоминаю, повторение, мать учения. Я говорю, ты сколько раз прочитал Библию? Да ни разу, как же так ни разу? Вот. Есть люди, которые каждый год считают Библию несколько раз. Раза три. Я вот приехал, у меня этот брат Виктор Савченко, который с нами ездит, он везде там есть, учитель Потеряевский. Я прихожу, он говорит, у меня сегодня праздник. Я говорю, какой? Последнюю главу Библии считай, вечером начну опять по новой.
Да вы найдите среди этих людей-то. Когда каждый день этот Новый Завет мы считаем с толкованием блаженного Филакта и с рассуждением-то. Вот это православие. Когда человек... Евангелие даже не читают, а сейчас как удобно, сейчас поиски быстренько в этом набрал какой-нибудь, и там раз сразу афоризм выскочил тебе, его вставил вместо своих слов, вот тебе, пожалуйста, ответ. Сейчас поиски, его Евангелие не читает никто. Так можно диск, там маленький такой, совсем маленький магнитофончик, там на диске-то, скачай, на кухне сидишь, картошку чистишь, я с тобой рядом, я всем говорю, я вас никогда не покину, я буду с вами. Даже если я уйду с этой земли, я буду оставаться с вами. 50 книг аудио по всему миру растащили. Тут интересно, один какой-то Горюхин, или как называется, два, и они Библию критикуют. Но критикуют так как-то, прямо считают, и Авраам, а что он Авраам-то? Что он додумался-то? Ну, и дальше. А, ну ладно, нам сейчас хорошо, нам помогает Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, считайте дальше. А мой скопированный, что я насчитал в интернете, и нигде ни щелчка нет, ничего, я считаю. Ну так, Игнатий Тихонович, ладно, дальше мы сейчас объясним, что такое. Я посмотрел в одном, другом, третьем, посмотрел, так они уже не один год ведут занятия, и каждый раз говорят. Вот он считает, Игнатий Тихонович, бесстрастно. Вот мы с ним сейчас работаем. А люди слышат, а они толкуют-то не по-православному. Ну, я говорю, я что могу сделать? Я не могу сказать, что бери, не бери. Оно открыто для всех. Библия-то тоже считается. И правильно, и неправильно. Еретики ее держат. И разные люди. Вот я любому скажу. Скажите, любому скажу. Вы президента своего... Как-то маленько, хотя бы чуть-чуть. Держите во внимание, что он должен спасение иметь. Какое спасение там? Вот, а я имею. Вот иду по городу на Ленинском и гляжу представительство президента Российской Федерации. Ну и что? Ничего, я поднялся по ступеням, зашел туда, поговорил. Я говорю, я в газете недавно читал, что Владимир Владимирович говорит, у меня, говорит, Библия есть. Я бываю в полетах, где лечу, и имею возможность посчитать. Я говорю, он ответил, имеет возможность, но считает или нет, он не сказал, он КГБС, он хитрый такой. Ну, я говорю, у меня насчитано, вы могли бы ему переслать, я с этими пришел, с дисками. Ну, вы сами пошлите, это же приятно будет ему. Так можно, можно, они мне дали там адрес, все. Я ему послал трехтомник, вот этот красный Новый Завет, для Слова Божия нету, скажет, к истинному православию, приложил диски. Ответ с администрации пришел, благодарят. Мне особая благодарность пришла от Рамзана Кадырова, от Лукашенко Александра Григорьевича. Ну вы поищите среди тех, кто около вас. Скажи, это год-то 2013. Вы бывали среди такими людьми? Что вы судите? Что вы ничего не знаете? Я вас не сужу. Я только могу плакать о вас. Это горе вам. Господь сказал, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание. Это повелительное наклонение. Исследуйте. Ибо вы через них... Через Писание. Думаете иметь жизнь вечную. Они не думают и не хотят. Запятая. А они, эти Писания-то, свидетельствуют обо мне. Исследуйте. А не о Христе, любимом моем свидетельстве. Это ему не надо. Ни Бога не любят, ни себя. Чтобы любить ближнего, сначала нужно полюбить самого себя. Если дается проект, ты должен строить дом, и дается чертежи, вот как этот дом через дорогу. Вот такой строить будем. Но тот через дорогу уже построили. Его можно посмотреть, обмерить, если чертежей нету. Ну а как по-другому-то? Как любить ближнего, как самого себя, когда ты не знаешь, как себя любить? Ты от себя отсеки лишнее не нужно. Даже в питании, в одеянии, ты во всем должен быть христианин. У христианина все должно быть иное, Златоуст говорит. Иное. Ино бытие начинается на земле. А зачем священнику вот это ходит в подрясники? Зачем ему это нужно? Не риза, а... Подрясники, подрезник еще есть. Зачем нужно ему? Вопрос стоит. Они не могут. Монашка, какая бы ни была послушница, посмотри, малый постриг, великий постриг Нестерова, посмотри, как одеты идут. Эта картина, я поместил ее в нашем издании трехтомника с блаженным Феофилактом. Посмотри. Я вот сегодня выставил этот ролик, вы его посмотрите, когда я считаю, ну просто под ЖЖ, Кураева, там отзывы где-то, и они ропщут. Я их взял во внимание, теперь им отвечаю. А они, во-первых, свой адрес никогда укора не получат. Почему? Они такие, как они против течения не могут создать течение.
А у Алексея Толстого был такой поэт. Он говорит: братья, гребите, други, гребите, и создайте встречное течение. У него хорошее стихотворение есть. Вот. Я стараюсь это и делать. Не надо смотреть на людей. Их мнение ничего не значит. Я был в храме сегодня, я вдохновенный, недавно причастился. А мы, говорит, праведник смел, как лев. А нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Где он, Константин? Где Владимир? Их нигде не найдешь. А мы за это время тут сколько их встретили? Да и отзывов-то я ставил сегодня на свой форум в тему Кураев. Там какие отзывы-то? Отзывы там очень хорошие есть. Андрею Кураеву говорят: если такие люди за вас, как Лапкин, заступаются, вас никто не одолеет. И вам это полезно, что вас, Игнатий, это говорит, что вас сняли с должности, это вам это полезно. Они то, что я сказал, они прям в ряд пунктами выставляют, и ему говорят, Кураеву-то. Вот так. Да, людей много, я смотрю, не то, что много, но есть люди там, уже на этом, на ЖЖ-то, есть такие прям и заинтересованные люди, и прям такие... хорошие есть. Да, в общем-то, я многие его выставил, ну, на своем форуме. Там я не знаю сколько, но много десятков. Прямо замечательные отзывы. Этот дед-то, это бриллиантовый камень. Его распиливать нельзя, я не знаю, что с ним делать. Вообще, здорово как. Я так маленько обиделся, что дедом назвали. Это там же в основном москвичи вот сидят на этом, на форуме по ЖЖ. Да. Вот. И я что, говорю, вас еще не знает никто вообще. Да. О вас люди не знают. Это я представляю, что будет, когда начнут узнавать люди. Вот, а с помощью этого форума пойдет, я имею в виду Кураевского, пойдет большая молва. Но главное то, что все под какими-то один или два только по-русски имена. А какие-то буквы ставят зашифрованные, как будто их арестовывать собрались. Я могу сказать, что мне приходилось в прошлые годы писать генеральным секретарям партии самообличительные письма. В ООН, ну организация все-таки. В крайком партии, везде. И везде были какие-то последствия. И ни одного, ни одной бумажки за всю жизнь я не выпустил без подписи своей, без обратного адреса. Меня этому научил патриарх Тихон. Дзержинский видел в нем, говорит, достойного соперника. И мне ни разу не было плохо от того, что я это все записывал в дневники. А дневники попали, когда меня арестовали. И ни один дневник мне не повредил, а только помог. Он, говорит, весь открытый, как стеклышко. Меня исследовать не надо. Он сидит со мной, следователь, забыл даже, что я заключенный. Сидит, ест, я вижу, что-то у него вкусное такое. Ну, я-то заключенный. Он когда сел, ой, я забыл, да это ваша жена Надежда Васильевна вам послала от сердца. При мне съел. Он забыл даже, а что там? Орехи грецкие перекрученные с медом. Ну, мне для сердечной мышцы-то. А он сидит, я даже поверил ему после этого. Да ладно, я говорю, Владимир Кузьмич, с кем не бывает-то? Он забыл, что я зэк. Одна женщина там была, ее звали Эльза Кох. Такая была в фашистском лагере, она там мучила-то. Ну, маленькая такая, ну до того она въедливая была. Как только к следователю идешь, она тебя сама обыщет на 10 раз. Ну это что, так. В ваше время она была, я знаю. Ну конечно, в нашей тюрьме была, но это ее звали так, прозвание Эльза Кох. А, я... По образу той, которая в Освенциме была. Я думал, неужели так? Да нет, нет. Я там хорошая Анна Михайловна там была, допустим. Но мне говорят, ее говорят, боятся все заключенные. Она меня ведет. Я на повороте перекрестился, вздохнул. Верующий, я говорю, да. А вы, случайно, праздники не знаете, когда? Праздники, а какие? Это мне главное, я знаю, что спрашивают, мне надо разговор затянуть маленько, чтобы... Она говорит, да я хотела бы узнать, там, Пасха какая. А я ждал, что меня арестуют. И я все церковные праздники заучил на память на 20 лет вперед. На 20 лет, представь себе. Вы найдите одного попа, чтобы он знал-то. Они говорят, это все знали. Я говорю, а что же не знать-то? Это у меня вот эта шалобан, да, да. Я их запомнил, а когда пришел в тюрьму, бумага была, там бумагу можно иметь. Я это все выписал. Я ее сразу из кармана вытаскиваю и даю. И вы посмотрели, какая она.
Внесить еще нельзя. Следователь принес мне чесноку, луку там, что-то еще. Я по карманам рассовал. И когда вышел, ее опять вызвали. Она меня из кабинета вызвала. Я говорю, знаете, следователь мне дал тут это, чесноку, луку. И там вот такое лекарство дал. Жена передала. Ну и что? Так я слышал, что нельзя. Да почему нельзя? Можно. Она разговаривает со мной, как будто бы я не заключенный. Я увидел, она такая сердечная женщина, такая прекрасная просто. И она меня не торопится вести, а на поворотах, где нет, она даже приостановится, вроде бы я обувь ищу. Я столько рассказал. А я сижу и переписываю там кратко, как обратиться, уверовать во Христа. Ну, написал 15 этих. А как передать-то? Ты же сидишь. А когда выводят тебя там на самом верху, на крыше, выгульные дворики, выгулочные. А сверху там громадная решетка, такой толще пальца арматура. Затянут там, по стене ходят охранники, тебя смотрят. Ну, куда девать-то? Мне надо, чтобы кто-то прочитал. Я найду там, а внутри поштукатурено, называется под шубу, такими вот наростами, наростами-то. Ну, бывает между наростами там маленькие ямочки. Я туда ее, бумажку. Ну, пространство-то одно. Я их толкаю, где дорога где-то посмотрю, там суну. 15 раздал. Вернулся, проходит сколько-то времени, меня вызывает РОР. Режимный оперативный работник. Строгий такой Бражников был. Ну, Бражник настоящий-то. Гляжу, у него на столе 13 моих записок лежат. Они их все нашли, и все ему отдали, и теперь он со мной разборку делает. А там только божественное. Вот. Что ты тут делаешь? Это-то? Ну, я думаю, две-то не нашли. Я думаю о своем, а он о своем. Вы что тут агитацией занимаетесь? Да мы... Я слушал его, потом возьми, да ему скажи. А что вы так это, сильно-то на меня-то? Я ничего, устав не нарушил нигде. Как не нарушили? Я говорю, а вы еще коммунист, да? Я говорю, у меня стихотворение вот написано. Христос воскрес. Пойдет КПСС там-то, Христмова-то. Как он разошелся? Да вы думаете, о чем говорите? Мы вас знаем здесь. Я говорю, в Библии написано. Господь говорит, передо мной поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Это что? В Библии так написано? Я говорю, да. Ну тогда, наверное, так и будет. Сила какая Божья-то! Что я сказал, КПСС пойдет, он согласен. А когда я подтвердил Словом Божьим, он сразу согласился. Я испытал в жизни великую силу Слова живого Бога, живое Слово, оно живо и действенно. Пусть, которое к вам приходит против, порадует людей этой радостью. Я всем людям это говорю. Я это испытал. Я видел, как преступники каялись. Каялись во всех тюрьмах, где я был. Я прошел торжествующе. Мне есть чем хвалиться. Не от меня это зависело, не от грамоты моей, а от моего Бога. Когда я раньше ездил в поездах, а берем-то только в общем вагоне, сразу купе полное, потом коридор полный, соседние купе полные, я стою поближе к выходу, чтобы громче говорить. Не могут ни проводники, никто пройти. Все закупорено. Народ жаждал. Мне брат как-то посмеялся, люди долго слушали-то, но проводиться-то там продает там эти постельные принадлежности-то на пятый раз-то. Они, когда пошли, она уже закрылась, уснула, он говорит, смотри, твои прихожане-то неприкаянные по вагону ходят. Ну и правда, ложиться они. А мне я никогда не беру, чужим бы, я всегда иду со своим одеялом. Укрылся, таковский был. Твои прихожане, говорит, ходят по вагону-то неприкаянные. У меня много было интересных моментов, и все благодаря тому, что я христианин. Все-таки вот сейчас говорили о Библии, да? Да. Что вот даже он коммунист такой ярый, а все равно вот у него ведь заложено такое вот понятие, что Библия — это есть истина, да? Да. Сейчас ведь в людях нет такого уже Библии, это Библия. Раньше вот все равно и внушалось ведь как-то и с кровью передавалось, вот это с молоком матери вот это. А как же, это уже не вернуть, наверное, вот это все. Ну, я не знаю уж. Хуже общество, чем в тюрьме, трудно найти. Ну, да. И я разговаривал с людьми, которые были. Исповедники, как отец Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова. Я встречал людей. Я встречался с начальником тюрьмы, которые ухаживают. И говорят, мы никогда не встречали такого, как у вас. Никогда. Один говорит, я шестой раз сижу, такого не видал. В камере, где сидим мы. Приходит офицер, китель снимает,
и садится, приходит со мной побеседовать. А вечером с 8 до 10 камера открыта, а тюрьма 3 этажа. Охранники сходятся к нашей камере, камера открыта. Ну, камера-то небольшая, там 70 человек. Но это 70 мужиков. И уже 3 человека нашлись, которые не курят. Пахан главный-то, он им допуск к моему телу. И сам рядом стоит. Так, начинается урок с 8 до 10. Они моют руки, попеременно считают. Я толкую, и каждое слово притягиваю на сегодняшний день. А охранники там стоят. Температура такая, что это замещают в ГУИН, в управлении, там вверху, что ни одного захвата заложника, какой-то климат в тюрьме создался такой. Что там происходит, спрашивают-то. Да у нас тут поймали одного, он занимается с нами. С заключенными. Вот утром подходят и заключенные говорят: батюшка, я говорю, я не священник. Да ладно, попа и в рогожке, видать, уж еще прятаться-то. Вот вы ночью встаете, там, а встаю всегда в 4 часа. Здесь я в 4.40, а там в 4 вставал. Ни одного дня не проспал. Без часов свет не гаснет. И говорит: вчера ночью с вами 7 человек сзади вас становились молиться. А я ни одного не видел. Я не оборачиваюсь. А можно мы с вами сегодня тоже станем? Я говорю: так вы, наверное, курите. Батюшка, мы сегодня ночью вот все собрались и решили уничтожить весь табак здесь. Они его собрали и в туалет спустили в воду-то. А утром-то курить охота. Некоторые крепятся, а некоторые стали матрас теребить и вату дымить ватой. Вата-то вообще не выдержали прямо. Ну, а пятеро остались. Пятеро бросили. Но это везде от всех такое бывает. Господь говорит: не хотите ли вы уйти? Я их не зову, не приглашаю. Сами просятся. Вот и все. Почему? Живая вера, живое слово, живой Бог. Я испытал великую силу любви Божией и великую возрождающую силу Святой Библии. Вот и все. А как вы знаете? Я занимался, а вы в это время за девками бегали. Вот наша разница где-то. Вы времени туда, ребята, дели. Но что интересно, вот я сижу в камере, второй преподаватель второй группы космонавтов, представь, космонавтов, Лозин Анатолий Максимович, начальник высшего мореходного училища был, этого, авиационного. А в другой, во главе директоров шел, там, секретарь партии, он за паровоза главный был, главный рыбак Алтая, у него все космонавты там все приезжали. Я начинаю им говорить, ну разговор-то идет со своей Библией там, мало еще, бумага все терпит. На завтра опять. Я говорю: ну в Библии так сказано. Ты то ли у тебя мозги отшиблены, ты что сам-то не думаешь-то? Я опять. 3 дня прошло, они вопрос задают и сразу говорят: знаешь, у нас тут вопрос, пока вас не было, я на допросе был. Вот мы разговаривали. Скажите, а что там в вашей Библии про это написано? И с этого дня они уже не говорят, что написано, а сами спрашивают: скажи, а что там написано? И уже выписывают. Вот и все. Я знаю эту возрождающую силу. Подпольные христиане, ИПЦ назывались, Истинно Православная Церковь. Одновременно оттуда пришли 32 человека в моем доме. Они паспортов не имеют, детей в школу не пускают, пенсии не получают, ИНН тогда не было. Но в моем доме они получили такое наставление, что вышли из подполья. Пришли в храм Московской Патриархии, поехали к архиерею Гедеону Докукину, архиепископу Новосибирскому Алтайскому. Их утвердили в том чине, в котором были монашеские. Недавно одну из них хоронили. Она была Раиса Шишкина, Раиса Владимировна. А там ее, когда она приняла там другой чин-то уже, больший там, великий постриг-то, она стала инокиня Варвара, инокиня. В моем доме она пришла. А потом схи, там монахиня, инокиня Ксения. Пишут биографию, а меня не поминают нигде в ее биографии, церковной литературе-то. Я говорю: она не полная биография-то. Она из Эпиховца. Да вы что? Ну да. А как она стала в моем доме? Вы никак меня не можете вычеркнуть, я ее отец. Она в моих книгах упоминается. Они боятся даже слово помянуть. Ну, идут на подлог. Так эти люди-то детей в школу отпустили, они под землей не закрылись. И ко мне сразу же приехали с КГБ местного, алтайского, Беденко Александр Семенович, майор. Что интересно, он станет генерал-майором в охране у Путина. Они на мне такие звезды получили вообще.
Там все КГБ после мне говорили и говорит, ой-ой-ой, сколько на вас тут повышений-то было. Почему? Не враг. Все открыл. И они меня решили забросить в тайгу, в Красноярск, где там Лыковы. А я говорю, нет, я не поеду, вы меня дорогой сбросите где-нибудь. Чтобы я с ними потрудился, чтобы они настоящими гражданами стали-то. Да нет, я не рвусь, где найдутся, нет, не поеду. Я им прямо говорю, вы меня дорогой ухлопаете. Переубедить Лыковых, переманить, вернуться. Ну нормально, вот это жизнь, это граждане Советского Союза. Он спрашивает, кого переманить-то обратно? Лыковых или кого? Да нет, там старобрядцы живут. Там, в тайге. Я знаю. Чтобы они вышли, стали настоящими гражданами, а не прячутся. Нас хотели послать туда как этого, как диверсанта, да, да, такого. Они приехали ко мне на работу, я называю, кто это, и меня стали туда. А курировал-то это подполковник Никулин Юрий Михайлович. Я могу сказать, один из лучших интеллигентов, каких я встречал в жизни. Кроме доброго слова, ничего не могу сказать. Он на Черной Волге со следователем приехал и меня из тюрьмы посадил. Но я встал на колени, я говорю, мы будем сначала молиться с женой на крыльце тюрьмы. Он стоит, ждет. Привез домой и говорит, я вашей матери обещал, что вас привезу. Вот какой человек. Это Бог делает. А в Библии написано, когда в пути человеку угодны Богу, то и врагов его примиряет с ним. Я это испытал. Я верю, что каждое слово Библии, оно живо и действенно. А люди, которые, ну, там, говорят, там, ну, на меня что-то они говорят, ну, что я могу сказать-то? Ну, во-вторых, ни одного слова нету, а которые правильно говорят, ну, они читали, слышали, видели, а я была там, да не дай Бог, да там Лапкин, ну, ты сказал, я была в потере, я это видела, не дай Бог встретиться, не дай Бог на него быть похожим. Это фразы. Ты конкретно назови, что я у тебя отнял, украл, направил куда-то не туда. Обозвал тебя. Они ничего не могут сказать. Ну как, я на суд пристал. Слушай, господин судья. Он говорит, мы, ты, вы. Ну ничего и нету. Вот ко мне тут идет, сейчас я его выпущу. Минутку. Один. Слушай, ты что? Я разговариваю с Сергеем Козловым, иконописцем. Отошли. А, понятно. В общем, ну ладно, по-быстрому скажу. Ну, по-быстрому скажу и все. Коротко скажу. Вы там, слышишь меня, нет? Да-да. Вы на сайте в другую программу-то поскорее заведите книги-то, на меня столько жалоб идет. Книги не можем... Ну понятно, это надо разбираться, я с пейджмейкером не работал. Что хочу сказать, это... Курай вчера вечером был где-то выступал, и поэтому он, понятно, что не вышел. Он опять там, в общем, на радио или на телевидении, он говорил о вас. А что он говорил про меня? А вы зайдите к нему на журнал, и там свежая самая верхняя статья, и там разверните ее, и там она уже набрана текстом, и он там выставил, дальше в комментариях там увидите, он ее продолжил как бы туда. И, в общем, там вот будет написано, что он говорил, что люди-то сначала начали ругать вас, а потом раскушали, распробовали, запись там послушали, и, ну, в общем, вот это он говорит, что и начали, ну, понимать-то, что все так-то, как надо. В общем, прочитайте там. А я сегодня новый ролик записал, друг мой, записал ролик на комментарии, которые в журнале, живом журнале у диакона отца Андрея Кураева. Вот, надо его выставить. Я туда скинул. Я сказал. Они, наверное, Сергей тот выставит, священник-то Дудин. Ну надо сделать, чтобы он смог скачать его. Ну, Или что? Я как, я не знаю, как дать. В общем, зайдите на ЖЖ туда и почитайте там, где Кураев хорошо, пишет. Я зайду, благодарю, что зашел. Я попрошу тебя, пожалуйста. Хорошо, ладно. Ну да, отошел, да? Да. Ну, слава Христу. Так, у меня, Сергей, ты не ушел? Сергей, нету тебя? Ушел, как? Ушел. А, ушел, ну а как мне его найти-то теперь? Ну, где его найти-то? Ну-ка посмотри, где он, вот он. Куда нажать-то, вот сюда на него? Да. Ну как, два раза нажать или еще? Один раз. На видеозвонок нажимайте. На видеозвонок? Алло. Ну, значит, мне сообщил тут администратор. Кураев Андрей выступал вчера где-то,
и говорил про меня. Представь себе. И люди-то, которые начали против говорить, а он-то говорил, они пришли, раскушали и совсем другой климат создал. Я говорю, так я там новый ролик ему поставил-то. Это надо зайти в его живой журнал, и там, наверное, на 6-й странице. Они, говорит, текстовой выставили даже. Но я, сегодня ролик я составил, я похвалил модераторов, и, что вы, ну, не спрятались, а выставили этот ролик-то. От него все началось. Видишь, как Бог делает, сродняет. А почему? Потому что молимся. Молитва. За нас очень и очень многие молятся. Молятся архиереи, священники, православные, сектанты. Даже еретики молятся, и мусульмане молятся. Потому что мы несем великий мир великого Бога, Иисуса Христа. Примиритесь с Богом. А это вот, обзывает друг друга, этого нельзя делать. Я сказал, одна говорит, вот это вот Лапкин сказал, я в афоризмы записала. Когда молятся о человеке, то ругать его не будут. Если я молюсь, как я могу Невзорова поносить? Или там Стерлигова Германа? Он в моей молитве, как Горбачев. У нас приезжал однажды Карен Геворкян, режиссер. Ездил с нами на Благовестие. Его уже сколько, я не знаю, сколько лет нет. А он как будто рядом, я каждый день за него молюсь. Вот и все. Молитва. Молитва – это знак любви высшей. Готовность отдать этой жизни. Вчера там с отцом Сергием на эту тему беседовали, как все-таки Господь все устраивает, все каким чудным образом. Только кто не знает вот этого всего, то тому и равнодушно к этому. А я вот в эту кашу попал, я вот в этом борюсь во всем, у меня глаза на лоб гладят, какие чудеса происходят. Вот, Сергей, вы себе представь себе, ну я просто так говорю, кто-то бы раньше запечатал письмо и сказал, мы тебе дадим прочитать, то твоя будущая жизнь как будет. Ну, маленько не все доскажем, чтобы ты не сильно дрожал-то. И сказали бы, вы сайт создали, сайт-то я хочу, чтобы другие знали-то. Я говорил, что если бы встретились с Путиным, и он бы был мой дружок, и спросил бы, ну тебе что-то надо, что? Я сказал, ну среди своего народа живу, у меня все есть, ни врагов нету, и ничего не надо. Ну, одно дело надо, но вам, наверное, не сделать. Ну что? А всегда думаю, денег просить буду. Да нет. Наш сайт сделайте известным. Каким-то образом, чтобы люди про него узнали. Мне не важно, придут, не придут. Это от меня не зависит. Но чтобы знали, что есть сайт, который отвечает на тысячи вопросов во свете Библии. И вдруг кто-то сказал бы, я пошлю к вам другого человека. Не президента, а духовном сане. Но только он должен будет претерпеть за это. А как претерпеть? А вот друзья, профессора на него ополчатся, и он будет помогать. Я бы сказал, быть того не может. Но вот так и пришлось. Понятно? Вот у Бога все зашифровано, чтобы мы не сильно, говорится, боялись. А если бы ему сказали, вот такой есть человек, там, и ты пострадаешь от своих собратьев, а это тебе на пользу будет, и ты будешь помогать ему, ну, я думаю, тоже бы удивился он. Да. Одна женщина и говорит, познакомилась, узнала про нашу деревню, плавала, говорит, ой, как она обрадовалась, она зашла, это все это пишет, она говорит, ах, ох, я уже, говорит, лет 13-14 во сне вижу, прямо я, сон повторяется, без, вот есть люди, которые все верующие, так вот одетые, вот все по форме у них, и какой порядок в церкви, и все, главное, православные это, и вижу, как дети ходят. Ох, нигде этого нет сегодня. И вдруг я вас нашла, и говорит, как будто я все эти годы была с вами. Понимаете, ей на сердце это было положено, и она ждала. Меня когда положили на операцию, на позвоночнике делали операцию, тяжелая операция. Я уж не могу сравнивать с вашей болью-то, но резали все равно. И я бессознательно лежу. И в это время вдруг я вижу, я нахожусь в нашем лагере. Никакой боли, ничего нету. И вижу, мои ребятишки сидят, солнечный яркий день. Они на лавочках как-то, на скамейках сидят. И вижу, светлые-светлые юноши в белом одеянии ходят, им что-то показывают, учат их. Я до того удивился, думаю, у меня воспитателей таких никогда не было. И когда очнулся, как будто ничего не видел. Вот так. Хорошее видение было. Под ножом.
Да, у меня были, я знаю, что это такое. Я вижу, что знаешь, улыбаешься. Вот так. Вопросы есть еще какие? Да какие вопросы? Вот еще. Вот вы мне вышлите вот это вот. Сейчас вышлю. Значит, вы вышли. А адрес и данные, ну, Сбербанка. Два вопроса, да? Ну да. Ну, остальное скажете. Ну, отпускай меня, брат. Да, все, Игнатий Тихович, тогда увидимся еще с Богом. Ладно, с Богом. Да благословит тебя Бог, чтобы ты перенес все страдания. Ты получишь полную награду там. От Господа. Как нас Бог сроднил, удивительно. И даже трудно поверить, что ну, месяца два назад я о нем ничего не знал, не слыхал даже. Понимаете, какое оживотворение от него получаешь. Вообще. Давай скачиваем сейчас, и я сразу поставлю. Так, ребята, ты пришел за стол? А я не буду играть. Не будешь? Не буду. Ух ты. Ну ладно.